Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы откроем первый мой новогодний подарочек, который прислал мне один из моих друзей, доктор Барменталь. Огромное тебе спасибо за то, что ты подарочек этот прислал. И, друзья мои, я не гоняюсь за какой-то наживой, именно поэтому я люблю танки не за то, что они фармят, а за то, какие позитивные эмоции они приносят. К моему сожалению, жизнь моя складывается так, что позитивных эмоций у меня не так уж и много. Поэтому каждое ваше проявление внимания, именно так я воспринимаю вот эти подарки, именно так я воспринимаю ваши комментарии, доставляют мне истинное удовлетворение и истинную радость. Спасибо вам большое, что не забываете обо мне, пишите в комментах приятные слова и смотрите мои видео. Ну что, друзья, давайте будем открывать. Доктор Барменталь, еще раз тебе огромное спасибо. Мне все равно, что лежит в этом подарке, серьезно. Главное внимание. Офигенские! Просто офигенски, спасибо тебе большое. Ну, во-первых, начнем с того, что осколки Фортиума мне действительно были нужны. Во-вторых, мы сейчас откроем с вами несколько контейнеров мистических. И плюс к тому, здесь есть мистический сертификат, из которого однозначно выпадет какая-то тачка. Вопрос просто заключается в том, будет ли повторение. Но в любом случае, я уже безумно счастлив, уже безумно доволен. Что будем делать? Посмотрим для начала, что принесли нам осколки Фортиума. Я сейчас пытаюсь добить все-таки Глейсера, хочу его себе забрать, извините, начал немножко заикаться, я не ожидал, честно говоря, такого крутого подарка, и это просто бешеные эмоции, которые сейчас бурлят во мне, это действительно самое классное, что только можно себе представить в этой игре. Итак, мне не хватает 797 осколков Фортиума для того, чтобы Глейсера тоже забрать и поставить себе в коллекцию, пускай даже в базовом состоянии, может я на нем никогда не буду играть, но я очень хочу, чтобы он занял свое место у меня в ангаре и, соответственно, свою позицию в линейке коллекционных машин, которые есть уже у меня на аккаунте. Я думаю, что в первую очередь давайте откроем контейнеры. Начнем с контейнера второго уровня. Посмотрим, может сертификат будет не один, мало ли, может мне сейчас повезет. И откроем два, а может и три, мало ли. Ну нет, ну навряд ли. Навряд ли будет еще один мистический. Так, мистический контейнер. Великолепно, у нас получается три мистических контейнера третьего уровня было. И плюс к тому добавился еще один. Ну что, с 15% вероятностью мне должен выпасть хотя бы один мистический сертификат. Ну пожалуйста, 1000 голды. Тоже клево, тоже классно. Накануне новогоднего аукциона самое то. Плюс 10 тысяч свободки, опять-таки, накануне события, в котором мы будем... Мистический сертификат! Есть мистический сертификат! Итого, ребят, два мистических сертификата получаем. И получаем еще фон профиля. Мистический! Ай, блин! Бляха-муха! Слушайте, а знаете, в чем прикол? Знаете, в чем прикол? Прикол в том, что если я прав... Я сейчас могу ошибаться, но если это так, то это просто будет самый неимоверный подарок по объему того, что я получу за все время существования канала. Ребят, у меня какие-то проблемы с компом, у меня очень сильно долго подгружается... Вся вот эта анимация в хранилище. Кстати, если кто-то из вас знает, как это решить, пожалуйста, пишите в комментариях. Я реально уже не знаю, что делать. Я переустановил драйвера на видюху. Я проверил, видюха работает нормально. У меня вполне нормальный прокачанный комп. Я брал его в кредит изначально с взором на то, чтобы он позволял мне делать все необходимое по нуждам канала. Формировать видео, обрабатывать их, снимать видео. Но вот сейчас пошла какая-то проблема для... Она уже долгое время, и я реально не знаю, как ее решить. Если вы знаете возможные варианты решения, пожалуйста, сообщите мне. Итак, смотрим, обменять. Вот оно! Вот оно то, о чем я говорил! Вот оно! Фон профиля мистический. И это значит, что я сейчас... Я не буду его ставить, он мне нафиг не надо, серьезно. Я его просто обмениваю, и это все-таки становится самым чумовым...
самым крутым, самым, не знаю, полным по наполненности подарком за все время существования канала и за все время, как мне присылали подарки. Ребят, я снимаю видео абсолютно на все, без исключения, подарки, которые мне присылаются. Ну, просто потому что я хочу, чтобы все видели, что мне присылается, и я хочу, чтобы те люди, которые присылают мне эти подарки, знали о том, что и другие ребята будут в курсе, какой они великолепный и огромный вклад делают в развитие канала. Сейчас растормозится наш раздел «Разное». Мы откроем с вами два мистических сертификата. Что могу сказать? У меня есть огромное количество из этой коллекции машин, и если мне выпадут здесь коллекционки, то будет компенсация еще голдой. Если выпадут премиумные машины, к сожалению, компенсация будет серебром. Но благо, хотя бы коллекционки продавать не надо. Ну что, ребят, открываем, открываем. И с первого мистического сертификата мы получаем... Божечки, как я хочу, чтобы то, чего не было. Была. Т28 HTC была у меня. Ну, бог с ним. Бог с ним, после 50 тысяч голды меня вообще ничего не может расстроить, даже М4А2Е4 пятого уровня, за который, кстати, я получаю компенсацию голдой, потому что данная машина у меня была. Сейчас посмотрим, что мне дали по компенсации. И, ребят, я не знаю, как реагировать. Фон профиля нечего уже смотреть, я уже попрощался с ним, можете мне не рекламировать его, он мне не нужен за 50 тысяч, ёкарный бабай. 1250 я получил за М4А2Е4, машина крайне посредственная, и плюс к тому она была у меня в коллекции, поэтому я, наверное, даже больше рад тому, что компенсацию дали, нежели мне бы упала эта тачка в ангар, просто стояла бы да и пылилась. Вот так вот, ребят, накануне Нового года первый новогодний подарок, который просто сделал не то что мой день, он сделал полностью, наверное, мой декабрь. Ребят, дарите подарки, это действительно очень круто, я говорю сейчас не о том, чтобы вы дарили их именно мне. Просто дарите подарки, не обязательно в игре, делайте людям приятно, поднимайте им настроение. Поверьте, у многих людей порой жизнь складывается таким образом, что, возможно, вы тот единственный, кто поднимет человеку настроение. Спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие, пока-пока.